Так. Всем здравствуйте, меня зовут Матвеев Василий. Я вам расскажу о разработке замечательного модуля проверки уникальности контента для движка MediaWiki. В общем, на дворе уже 21 век, и перед нами начинают вставать всякие задачи нового времени, которые обусловлены рядом факторов. В частности, это энтропия информации. В наш век мультимедийных технологий люди обменивают информацией, копипастят, все раздают повсюду. Но, с одной стороны, это хорошо, потому что чем легче людям обмениваться информацией, тем, собственно, она будет быстрее распространяться, и, в общем, много-много что хорошего отсюда следует. Но есть проблема плагиата, когда всякие недобросовестные люди в каких-то личных целях берут чужую информацию, переписывают ее в другое место и выдают за свою. Вот с этим мы будем бороться. Как всегда, когда мы решаем с чем-то бороться, сперва нам нужен план. Известно, что велосипеды изобретать нехорошо, и лучше найти что-то готовое. Соответственно, нам нужна была какая-то готовая система, которая могла проверять какой-то либо контент, текстовую информацию, в данном случае, на уникальность. В общем, поискали и не нашли. Проблема заключалась в том, что большинство всяких команд-разработчиков, которые смогли сделать такую хорошую систему, они оказались жадными. И в итоге просили денег за предоставление какому-нибудь API или каким-то образом урезали функционал, в общем, делали использование неудобным. И такое решение не удовлетворяло. Но был найден ряд таких промежуточных решений, то есть всякие сервисы, которые вроде бы предоставляли возможность определения уникальности этого контента, но не давали нужного интерфейса. В общем, было признано, что это решаемая проблема, и, скажем так, за движок был признан веб-сервис, который называется Istio.com, на котором есть несколько там функций анализа текста. Один из них, который используется, это функция анализа уникальности непосредственно. Вот. В общем, как происходит этот анализ? По сути, это, наверное, отчасти обусловлено тем, что сервис бесплатный, у него там нет каких-то определенных серверных мощностей, он использует поисковые машины. В частности, Яндекс и Yahoo точно. Раньше был Google, по-моему, сейчас не отказались от Google. По сути, он каким-то скрытым образом, не описано, как это происходит, но он этот текст начинает искать в поисковиках, как-то анализирует выдачу и выдает нам похожие страницы. Таким образом, как я сказал, проблема была решаема, и был выбран следующий ряд инструментов. Во-первых, это API движка Wikimedia, собственно, сам сайт, и два языка программирования, Python и JavaScript. Соответственно, Python был нужен под серверную часть разработки JavaScript, чтобы сделать удобный красивый интерфейсик. Так, рано. По сути, что из себя представляет нужная нам часть сайта Istio.com? В общем, мы можем, наверное, зайти посмотреть. Тут есть браузер. Есть вот такой вот Istio.com, у него есть кнопочка «Анализировать текст», куда мы можем вбить какой-то текст, потом нажать вот на эту кнопочку, и в итоге получить нужный нам результат. Понятно, что, соответственно, такой вариант неудобен, нам надо как-то все это автоматизировать, поэтому были разработаны следующие вещи. Собственно, во-первых, это робот, реализованный на Python, который делает эти действия за нас. То есть у нас есть какая-то статья в нашей кафедральной Википедии, каждая статья характеризуется в том числе уникальным заголовком.
мы сообщаем нашему роботу заголовку этой статьи, после чего он через API Википедии сам получает текст этой статьи, преобразовывает его нужным образом и, ну, по сути, заходит на этот сайт, вбивает всю формочку, нажимает кнопку, получает выдачу, парсит ее. Попутно был решен ряд проблем, касающихся точности анализа. Основная проблема была в том, что вот этот вот сайт по умолчанию, он анализирует как бы готовый кусок текста. Это не очень хорошо. В результате, как было сделано? У нас при нажатии на кнопочку «Проверить на плагиат» создается несколько потоков. В общем, параметр конфигурируемый, в данный момент потока 3. Первый поток проверяет целиком всю статью. Второй поток выбирает, ну, грубо говоря, первую половину, а третий поток — вторую половину. На самом деле там не ровно половина, там еще кусочки из этих половин. Мы получаем результат анализа для каждого из этих частей, объединяем какую-то итоговую выдачу и выдаем пользователю. Вот теперь давайте посмотрим, как это все работает на самом деле. Вот, я специально сохранил ссылку. Ты знаешь, как я сам скопировал? Нажимаю, не работает. Ох. Тебе нужно домотать. Мне полный экран был открыть. Ну, я воспользуюсь встроенной памятью. Кого? Себя. Я помню, что была статья одна, которая называлась вот таким вот образом. По-моему, она называлась так. Вопрос атаки потом. Нет, сейчас мы по-другому сюда попадем. Была другая статья, которая называлась «Атаки DOS». Нет, не угадали. «Атаки XSS». И, ну, это не та статья, которую мы хотели показать, но она расположена в одной и той же категории со статьей, которую я собирался показать. Вот эта категория. И вот эта статья. У нас посредством нашего замечательного веб-интерфейса появляется кнопочка «Проверить на плагиат». Вот давайте мы проверим ее на плагиат. Проверяем. И опа! Соответственно, список совпадений. Мы можем кликнуть на какой-то из них. Вот сюда. И, в общем, как бы наша система утверждает, что, ну, эта статья очень сильно релевантна той, которая найдена в нашей Википедии. В общем, кто не верит, тот может все это проверить. Да. Собственно, есть ряд подводных камней, которые связаны с тем, что у нас используется сторонний сервис. В общем, главная проблема, так как еще этот сервис бесплатный, мы не можем быть уверены в том, что он в определенный момент времени не прекратит свое существование. Также владельцы вот этого вот ресурса очень любят изменять верстку, после чего отваливается парсер. Недавно они изменили верстку таким замечательным образом, что в результаты поисковой выдачи стал вставляться ровно блок рекламы. Ну, в общем, это все было оперативно замечено и пофиксено, и сейчас это все работает. В общем, о перспективах развития. По сути, они таковы, что надо создавать систему, которая будет базироваться на наших серверах и анализировать статьи, возможно, таким же образом, возможно, каким-то другим. Но надо как-то решать проблему с надежностью. Ну, в общем, как бы пока это работает так. И, наверное, жду вопросов, если есть. У меня будет следующий вопрос. А не планируете ли как на антиплагиате показать как, ну, в процентном соотношении, сколько своего текста, а сколько чужого? Ну, что значит планируется? Дело в том, что анализ текста производится не нами, а сторонним сервисом, который эту информацию не предоставляет. И как раз-таки вывод в процентном соотношении – это, наверное, уже вопрос к той системе, которую можно создавать, и где мы уже будем иметь промежуточную информацию. Тебе выдали список ссылок. Тебе выдала та система, которой ты сейчас пользуешься, список ссылок. Я заметил. Ты качаешь их.
анализатором. Угу. Ну, сам уже ручками да, сравниваешь. Да, можно, согласен. Давай. У меня другой вопрос. Если вы говорите, что плагиат, да, то вот у вас есть статья. Выданный список не говорит о плагиате-то на самом деле. Он говорит о схожести. Именно. То есть релевантность. Поэтому та статья, которую написали вы, смотрите, может у вас есть плагиат. Смотрите, как это сделано. На самом деле система довольно надежная. У нас есть студент, вот в данном случае это был Александр Щербатюк, который пишет отчет по DOS-атакам. Преподаватель, соответственно, получив информацию о том, что этот зачет сделан, заходит на Википедию, нажимает кнопочку и видит, что эта же штука размещается на 10 других сайтах. Причем на некоторых из них написано года 3 назад. Но после этого он либо верит тому, что... Сложный вопрос, опять же, потому что вот этот коэффициент релевантности совпадет. Экономики, где там при сдаче диплома нужна печать у них на своей системе о том, что она прошла систему антиплагиата. У нас же вот эта вот кнопочка, это, скажем так, сигнал преподавателю, ну, возможно, усомниться в том, что работа написана честно. Она как бы не олицетворяет собой истину в последней инстанции, не претендует на это в таком виде. А еще один вопрос. А вот мы все-таки инженеры, да, в наших работах наверняка должны присутствовать какие-то графические материалы. Как быть с ними в этой ситуации? Графические материалы. Графические материалы ведь суть тоже имеют какое-то представление. К примеру, если это не что иное, как HTML или XML ссылки, которые, в общем, ведут на одно и то же место и в тексте выглядят одинаково, то мы их можем интерпретировать как что-то. Для высшей школы экономики про HTML-ссылки это ладно, но вот у нас достаточно одухотворенный инженер все-таки всунул картинку, реальную картинку, без ссылки. Да, но он вставил ее в свой HTML-код, но она вот здесь находится. Наливаешь картинку, ищешь в интернете. Ну, в общем, наверное, это принято как пожелание к нововведениям. Ну, то есть это надо сделать. Сейчас это анализ текста, да. Как бы сказал Дмитрий Олегович, да, ну вперед. Не, вообще очень здорово, кстати. На самом деле, комментарий по этому поводу. Дело в том, что студент может сам не иметь возможности сделать такую же хорошую картинку, правильно? Если он ее взял, ну. Желаемо плагиат. Плагиат – это в простонародье воровство. Ну. Да? Значит, он ее взял. Значит, у него где-то есть источник. Совершенно верно. Но... Ведь цель именно в том, чтобы сказать, что студент не понимает материала на самом деле, что он тупо его скопипастил, правильно? В этом. А вообще, что плохого, наверное, если он картинку взял для иллюстрации хорошей? Я могу прояснить вопросы сразу. Но как бы дело в том, что разработка сама называется проверка системы уникальности контента. Что касается именно слова плагиат, он попал именно в эти тезисы. По сути, это не название разработки. Ну ладно, у меня, кстати, еще появился маленький такой вопрос. Вот там было написано «энтропия информации». Поясните этот термин, пожалуйста. Энтропия – это когда у нас было что-то, что находится в одном месте, вдруг неожиданно начало находиться много где. Слушайте, это не энтропия, честно могу сказать. Энтропия – это мер неопределенности. О. То есть энтропия информации переводится как мер неопределенности информации. Ну, я просто к тому, что надо аккуратнее с терминологией обращаться. Там надо было поставить звездочку, написать, что вот. В этом презентации энтропия означает то-то. Ну, хотя бы так, да, ну, по крайней мере, бы выкрутить. А на самом деле, очень хороший рассказ, я могу сказать. Вот. Один из немногих сегодня. Как сюда ставить?